Информационный портал Bright Узбекистан находится в университете Вебстер. Сегодня очень важный день для студентов – день вакансий. Мероприятие у нас проводится в первый раз. Мы открылись в 2019 году, и какие-то факторы нам мешали, но в этом году стало очень своевременно организовать ярмарку вакансий и день карьеры, потому что у нас в этом году заканчивают третий курс только. Мы планируем, что эта ярмарка будет проводиться раз в год, вот такая массовая, но есть шанс, что мы будем проводить небольшую осенью каждый год и большую вот в конце учебного года ежегодно. Вообще это традиция университета Вебстер в мире проводить ярмарку вакансий, день карьеры, потому что для нашего вуза связь, как у нас говорят, производства и вуза очень важна. Конечно же, это не только касается производства. Вообще, в принципе, очень важно связывать теорию, которую студенты получают на лекциях, с реальной ситуацией на рабочем месте. И поэтому для нас очень важно проводить такие мероприятия. Для меня было очень интересно здесь познакомиться со студентами, сотрудниками вуза. Я очень впечатлен сегодняшней ярмаркой. Для этого могу перечислить несколько причин. Первая из причин – количество людей, которые пришли. Также радует разнообразие компаний, которые участвуют. Есть представители отдельного бизнеса, телекоммуникации, образования. Все очень заинтересованы, полны энтузиазма, принесли угощения и небольшие подарки. Видно, что здесь присутствует разная молодежь. Я очень рад это видеть. Добро пожаловать на ярмарку вакансий университета Вебстер. Цель мероприятия – показать студентов нашего вуза всему миру. У нас более 80 компаний, которые ищут стажеров, сотрудников на частичную занятость, сезонные позиции, и даже есть компании, которые хотят найти сотрудников на полную занятость. Мы предполагаем, что около 1000 студентов будут участвовать в течение дня. Мы недавно отметили третий год присутствия в Узбекистане, и это первый год, когда у нас появилась возможность провести ярмарку вакансий. Большинство компаний предпочитает общаться со студентами третьего и четвертого курса, но у нас участвуют студенты всех курсов, даже есть студенты магистратуры. Цель нашего сегодняшнего визита в университет Вебстер является привлечение потенциальных, а также перспективных студентов данного учреждения. Получается, мы проводим консультацию, даем информацию о нашей компании, чем наша компания занимается, и что мы производим вообще в целом. И цель данного диалога является привлечение новых перспективных студентов, объяснение по вопросу вакансий, по вопросу актуальных вакансий. Вот. И в дальнейшем получается на сотрудничество с данными студентами. Являемся новым университетом. Мы открылись совсем недавно, 3 года назад. У нас нет еще выпускников. И это наше первое мероприятие в таком масштабе. Карьерная ярмарка 2022. Мы решили организовать эту ярмарку, чтобы студенты смогли получить возможность найти себе подходящую работу, стажировки, волонтерство, а также вот приближается лето, и мы подумали, что студентам было бы полезно, чтобы их вовлекли в какие-то проекты. Это могут быть долгосрочные, краткосрочные проекты. Очень много студентов, которые уже успешно работают по своим направлениям, и мы надеемся, что данное мероприятие поможет многим студентам найти возможность поработать и развить свои навыки, особенно вот в летний период. Репортаж был подготовлен специально для информационного портала Bright Uzbekistan.